Гаррет, это Виктория. Надеюсь, ты выбрался живым. Ты хорошо поработал, Гаррет. Пойдем со мной и прихвати с собой меч. Тебе нужно кое с кем познакомиться. Настало время получить вознаграждение, которое тебе обещали. Да. Refreshment, мистер Гаррет. Подкрепите силы, мистер Гаррет. У меня есть превосходный бренди, обладающий отличным восстанавливающим эффектом. Предпочитаю оплату наличными, а не спиртным, мистер... Мои извинения. Я наблюдал за вами, мистер Гаррет. Так пристально, что, боюсь, даже забыл, что на самом деле мы еще не встречались. Я Константин. До сих пор я думал, что вы собираетесь мне заплатить. Вы привели меня сюда, чтобы убить? Вы все не так поняли, мистер Гаррет. Вас сильно удивит, если я скажу, что сам нанял вас, чтобы украсть свой собственный меч. Да, видите ли, Виктория и я... Старые партнеры. Да, вас проверяли, теперь вы понимаете? И должен сказать, вы даже лучше, чем говорят о вас ваша репутация. Вы просто поразительный вор. Проверяли меня, и что вам от меня нужно, Константин? Я коллекционер, мистер Гаррет, но бывают вещи, которые невозможно купить. Их приходится добывать другими способами. В данном случае лучшим способом будет украсть. Но не просто украсть, нет. Мне нужен художник, такой как вы. А конкретнее, что это за вещь? Это драгоценный камень, что зовется глазом за его необычный вид. Да, он сокрыт в запечатанном соборе глубоко в чертогах презренных камеритов. О, простите меня, вы, возможно, дружественны Ордену Молота? Нет, фанатики не самые надежные друзья. Превосходно, я приготовил вам награду, 100 тысяч, как только вы передадите мне глаз. Не вижу повода отказаться от такого предложения. Изумительно. Виктория проконсультирует вас относительно подробностей. И, мистер Гаррет, этот меч оставьте его себе. Вы его заслужили. И кроме того, думаю, он пригодится вам в вашем путешествии. Пришло время опасности, разверзлась земля, и восстали мертвые против нас. Наши стальные скрепы и каменные молоты не помогли нам. И иные усомнились в замысле строителя. Но печати сохранили прочность, и меньшинство одержало победу. А сомневавшихся положили в фундамент нового храма. Собранные письма кузнеца в изгнании. Глаз, который хочет Константин, находится в заброшенном соборе хамеритов. Собор расположен в части города, которую покинули много-много лет назад после какой-то катастрофы. Я слышал истории об этом. По большей части дикие слухи о бордах зомби и бушующих пожарах. Теперь эта часть города огорожена стеной, и никому не позволено входить туда. Да и мало кто посмел бы сунуться туда. Карты тех мест найти нетрудно, на чердаках и в старых сундуках. Но им всем, как и той, что у меня никак не меньше полусотни лет. Я проберусь через руины Хамеритского собора и найду способ проникнуть внутрь. А когда окажусь внутри, надо будет найти глаз. Что-то подсказывает мне, что это будет нелегко. Но за такую плату, пожалуй, стоит серьезно рискнуть. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, из увиденного ролика в начале видоса мы поняли, что нас проверяли. Меч заказал, меч, короче, сам Константин. Свой же меч он попросил украсть, короче. Вот.
Он нас проверял, и я так понимаю, что особняк, вот этот, который непонятный, да, вот такой странный особняк, вот этот прикольный, он был специально построен для, как сказать, как полигон, вот, для проверки наших способностей, вот. И мы прошли его на ура. Мы украли меч и прошли все испытания, вот. И теперь Константин нам дает по-настоящему уже настоящее задание, вот. Миссия называется «Собор с привидениями». Итак, что же нам нужно? Нам нужно найти собор, найти способ попасть в собор и украсть глаз. Короче, глаз, вот это какой-то камень, короче, глаз называется. Судя по всему, он находится в соборе. Вот. Воспользуйтесь случаем украсть и другие ценности. Ну, это само собой, сколько не сказано, да? Ценная вещица под названием «Змеиное ожерелье», по слухам, находится где-то в этих развалинах. Найди ее. Окей. Запомним. Когда-то в этой части города стоял монумент под названием «Могила стража», на котором воры оставляли монетку на удачу. На всякий случай ты прихватил с собой пару монет. Окей. Типа нужно также оставить монетку на удачу. Окей, понятно. И покинуть развалины. Хорошо, все вроде как бы понятно. А что у нас из предметов есть? Отмычки, понятно, шумовая стрела, ага, монеты, святая вода. Так, судя по всему, нам нужна будет святая вода, так что поэтому мы с вами покупаем всю святую воду, вот. И Константин говорит, что выполнив это задание, он нам даст целых 100 тысяч. Целых 100 тысяч! Да тут и Гаррету и за квартиру, да еще и останется поразбрасываться монетами, деньгами, короче. Окей. Святая вода, так, водяная стрела, понятно. Так, водяные стрелы по-любому надо. Окей, водяная стрела, огненная стрела. Ну, в принципе, если там зомби, да, вот эти вот все монстры, их же убивать можно, поэтому огненную стрелу мы возьмем. Ну, у нас есть, да, и можно, в принципе, еще взять, не знаю, парочку. Тут есть еще какой-то совет. Обычные стрелы. Ну, обычные стрелы, ладно. Так, исцеляющее зелье. Ладно, давай-ка мы возьмем совет. И давай, хватит нам на исцеляющее зелье. Даже на целых два. Окей, 21 монета осталась. Все отлично, все хорошо. Ну, приступим. Окей, друзья. Итак, собор с привидениями. Найти собор, найти способ попасть в собор. Ага, набери... А, 2000 монет. Окей, понятно. Отыщи, укради змеиное ожерелье. Оставь пару монет на могиле стража. Так, для удачи. Окей. Все, окей, понятно. Карта. Карта, в принципе, такая себе, да? Мы начинаем вот здесь. Недалеко от улицы Рубина. Судя по всему, улица Соборная говорит сама за себя. Наверное, собор находится именно здесь. Либо вот это вот собор. Короче, ладно, будем разбираться, будем смотреть. Так, давайте для начала прочтем, да, сохранимся и прочтем совет. Те, кто сражается против нежити, делятся на две категории. Находчивые и мертвые. Хорошо подготовленный рыцарь вооружится святой водой. Однако более удобной и менее обременительной для кошелька тактикой будет использование ненависти зомби ко всему живому. Найдите другие удобные цели, чтобы отвлечь преследователя. Отрывок из дневников Моргана, преданных анафеме кузнецом в изгнании. Ну такой себе, знаешь, совет. Такой себе, да, совет. Так, окей, ладно, такой себе совет. Тут, смотри, еще что-то есть, еще папирус. Управление общественных работ, приказ. Пульт управления энергосистемами южной части улицы Рубина и окрестности расположен внутри жилого здания. Он должен находиться на станции общественных работ, как и все остальные пульты. Возможно, в этом районе придется построить новую станцию техобслуживания. В таком случае обязательно свяжитесь с бюро переписи, чтобы... были внесены поправки в карты.
Очень важно, чтобы все станции общественных работ для отмеченных на карте значком 6А. Короче, общественные станции работ были отмечены на карте значком шестерни. Хотя мы ранее не уделяли этому достаточного внимания. Окей, понятно. Значит, то, что у нас отмечено шестернями, то именно нам и нужно. Окей. Так, ищу фонарик. Фонарик ищу. Так, в принципе, можно использовать здесь меч. Ладно, я пока не буду, потому что он медленно ходит с мечом. Так, окей. А эти-то, а стрелы-то с веревкой. А стрелы-то с веревкой. Отлично, 5 стрел есть. Хорошо. Так, это же дерево. Ну-кась. Так. Может, здесь что-то лежит? А, ну, ни хрена нет. Ладно, окей. Так, понятно, уже зомби здесь шодит. Шходит. Так. Ага. Свет есть. Свет включен. Ну и где ты тут? Ну и где ты? Да. В смысле мне не залезть? А, вот. О, здорово. Эц. Кстати, это новый меч. Наш новый меч. Твоей оторванной культяпкой тут махает. Всё. У него кровь как это, как нефть. Все отлично. У нас новый меч. Этим мечом мы всех зомбарей загасим. Так. Куда я могу попасть? Могу, только зачем? Окей. Окей. Так. Можно туда пойти, можно... Смотрите, здесь дверька есть. Можно сюда... Не сюда не пройти. А, записуля. Иендрос. Да? Правильно? А городской совет глубоко признателен вашим людям за усилия, вложенные в спешное строительство Великой Стены, которая ныне начинает защищать нас от опасностей, лежащих за нею. Мы знаем о многих часах каторжного труда, которые вы уже уделили нам, но, к сожалению, не можем позволить вам отдыха, ибо данная работа величайшей срочности. Мы глубоко скорбим о гибели двух ваших работников, Бартона и Адана, от рук зомби. Но вы должны знать, что ваши люди – капля в море погибших от этого зла. Поскольку мы уже освободили город от мертвецов и перевязали раненых, мы выделили стражу на охрану ваших людей, пока они завершают работу. Так что не дайте страху вас остановить. Город рассчитывает на вас. Не подведите нас в час испытаний, лорд Витсимон. Окей. Короче, здесь что-то в этом городе такое произошло, что... Это я могу покрутить? Что такое произошло, что... опа. Хорошо. Что уничтожило вообще все поселение, получается, да? Так. Даже интересно, что же здесь произошло. Не просто же какое-то там, наверное, какая-то эпидемия. Там... Нашествие зомби. Я думаю, нет, как бы. Я думаю, что-то такое. Что-то посерьезнее. Смотри, сломанный мимимеч. Мимимеч. Сломанный. Так. Хочу понять, куда... Ух ты! Вот это хорошо. Вот это да. Это мне надо. Погоди-ка. Вот так. Отлично. Вот это да. Вот это сейчас мы тут сломаем. Сейчас мы тут... Сейчас мы тут с вами откроем. Посмотрим. Мина. И бомба-вспышка.
Бомбы, вспышки, в принципе, мне здесь не нужны. Зомби-то я, наверное, не смогу ослепить. Это фиг его знает. Я не пробовал, не знаю. Так. Погоди, я сюда могу, а есть еще... Где зомби? Вон там. Еще вот сюда вот наверх я хотел залезть попробовать. Да что ты... Ай, я застрял. Да, Гаррет. Не надо так. Не надо так пугать. Погоди, я не могу залезть, что ли? Где там стрела? Где там моя стрелушка? Стрелушка. Ох, не зря. Уберись. Не зря, не зря. А мне нужно... Мне нужно 2000 набрать. Так, стрела, 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 стрелу заберу. Мне нужно набрать 2000. Гляди-ка. А тут ничего нет? Вроде нет. Окей. Бляха, тут еще, смотри, под землю ход. Сюда ход. А. 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 Вот получается, вот отсюда бы я спрыгнул. Пошел бы туда, пошел бы сюда. Там еще туннели подземные какие-то. Так. Ага, ага. Оп. Маховая стрела. Маховая стрела, в принципе, тоже, наверное, не нужна. Как бы так-то. Как бы так-то. Так. Что нам даст это здание? О! Я думал, просто так залез. Окей. Так, хорошо. Что я предлагаю? Что я предлагаю? Давайте полазаем по низу. Так. Это куда? Это что? Плохо ходов. Ходов-то? Ходов-то? Это я, наверное, сейчас к зомбарю выйду. Да? Нет. Что такое? А, кострище подожжёг. Плёха. Так. Окей. Дай-ка я сейчас здесь сейчас гляну еще. Здесь ничего не лежит. Вот ничего так. Это что? Это ничего там. Дверь какая-то. Так, окей. Давайте я предлагаю вам... нам. Всем. Короче... Как я сюда попал-то, бляха? Спуститься вниз. Полазить внизу. А потом уже выйти на поверхность. Да? Выйти на поверхность и... Судя по звуку, эти бурики. Да ладно, еще ниже. Еще куда-то, куда-то. Так, там был еще поворот, мы пропустили, кстати. Леха, поворотов-то, поворотов-то. Тупик. Ой. Бурик. Какие-то новые пещеры буриков, короче. Так, это я заберу. Бурика, в принципе, можно не трогать.
шумовая. Там еще что-то лежит. О-о-о. Е-е-е. Погоди-ка. Я вот отсюда пришел, да? Отсюда пришел. Так, это что? А, это кур... Опа. Тя-тя-тя. Это кость. Это кость. Так, здесь еще что-то есть. Гурик, получается, прошел сюда. Охренеть. Где я вылезу? Ой, гуляет. А где я вылезу? Ух ты. Ой, какая интересная пещера. Ничего не лежит. Чем ты знаешь, напоминает это египетские, там, знаешь, эти всякие. Ух ты. Египетские всякие штуки. Это, пирамиды. Я смогу залезть? Меня тут этим волной не жахнет. Гляди, здесь, смотри, наверх. Охренеть, тут коллег... забаговался, да? Ну, сиди там. Еще наверх куда-то, смотри, есть. О, ништяк. Теперь будет посветлее. Тихо, не падай. Ой, ты ж там застрял, ты чё там воняешь? Застрял и воняет. Так. Опа, опа, ты кто? Соборная, я на соборную вышел. Ой, зомби вырулил такой, как будто из кабака. А это кто? Так, окей, ладно. Сюда пока не пойдем. Знаем, что через эти коллекторы можем попасть на улицу Соборную. Так, куда? Вот сюда вот я еще не ходил. Мы ходим по низу. Мы смотрим низ. Под городом. Вот, что это? Тарелочки. Тихо. А, их двое. В принципе, там тупик. Да? Я так понял. Тихо. Они же не кусаются. Да, здесь ты... А, о, нет, а, о, вон как. Я не хочу их убивать. Ладно, придется. Хотя, можно, сейчас я их, короче, спугну, они обоссутся, будут бегать, короче, ныть. А, нет, сдох. Сдох. Ну, извиняй. Сам виноват. Все. Иди. Так. Стрела с веревкой. Бляха, охренеть. О, ладно, ладно. Так, стрелу с веревкой я здесь оставлю. Бляха. Здесь оставлю.
Дим, мы еще, короче, в самом начале там пропустили поворот. Сейчас, короче, если там ни черта нет, то возвращаемся в начало и идем уже поверху. Да? Да. Ну, судя по всему, в пещерах это просто как бы подземные проходы. Они все равно будут вести, я думаю, в разные уголки города на поверхность. Я так предполагаю. Так. Погоди-ка. Это что? А, это ложка. Это всего лишь ложка. Ты кто такой? Ты кто такой? Ты живой? Что ты такое? Он еще не убивается. Так, тупик. Погоди-ка. В смысле? Открыть можно? Стоит. Короче, он сыт. Ладно. Так, это я заберу. Нет. Я заберу. Вот там еще что-то лежит. Так, маховая стрела, маховая. Окей, можно, короче, спуститься в воду. Ага, вот эти вот стрелы мне пригодятся. Водяные. А. Чисто за стрелами. Понятно. Чисто за стрелами. Окей. Ну, возвращаемся назад. Так, есть тупик. Допрыгну. Мне надо стрелу использовать. Скорее всего, стрелу, да? Стрела с веревкой. Так. Я вот так вот сделаю. Чтоб я смог ее забрать. Так. Ты что, видел, какие-то люди ходят? Здесь я был. О, смотри, смотри. Говорят мне на непонятном языке. Он делся. Так, ладно. А, здесь, сюда. Ага, это начало. Погоди-ка. Еще вот здесь же. Я не смотрел. Или я смотрел. У двери. Так, хорошо. А, ясно, что за дверь. Ну, ясно, что такие. Вот сюда. Ага, ага, я понял, здесь, в принципе, кругаль делаешь,
Так, туда пока не иду. Меня пугают эти возвышенности. Так. Эхо. Только не вставай, ладно? Отдыхай. Ну давайте, Да город залезь! Хватит насиловать мох! Город. Город, ёпти мать. Окей, на. Все, начинаем осмотр города. Так, здесь я взял, да? Здесь маховая стрела была. Хорошо. Да, я ходил. Хорошо. Заглядываем в здание. Так, а там внизу я ходил. Это уже было, да? Что вот здесь? Мать. Зомбушки. Вот эти возвышенности, мне кажется, они ведут куда-то далеко. Поэтому я что-то пока стремаюсь сюда идти. Смотри, может еще на крышах что-то есть. Не зря же. Эти вот штуки деревянные. Здесь. Бляха. Да блёх. Ладно, еще раз пробую. Если нет, значит нет. Дай мне стрелу. Отдай мне стрелу. Так, окей. Рубиновая. Что-то там про рубиновую было написано. Да, забрался. Главное не застрять. Что-то про Рубиновую улицу было написано. Типа какие-то там эти генераторы. А, ну в принципе, смотри, все, я вышел сюда. Да? Да. Окей. Так, друзья, у меня видос, короче, подошел к концу. Давайте вот здесь вот спрячемся, короче, вот под фонарем. Вот. И продолжим в следующей серии уже осматривать город. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.